Подпишитесь. Подпишитесь вы на этот топовый канал под названием Крамузик-то. Всем привет, с вами, как всегда, грамотный Гамузик. И угадайте, на какое оружие у нас сегодня будет обзор. Ну хотя, если вы читали название этого видео, вы уже знаете. На боевого сокола, да. Недавно была в магазине акция на это оружие. За 750 алмазов мы могли купить это оружие, скин на него и 20 початков для события «Большой урожай». Что у нас по свойству? Урон по зоне, последовательные взрывы и пометка цели. Да. 856 ему это номер галереи, но опять же, я не знаю, зачем он вам будет нужен, ибо если у вас не будет этого оружия, то у вас будет недоступен данный слот. Да. Давайте протестируем на полигоне. Так вот, вплотную. Встаем. Раз, два. С двух раз вплотную. А теперь на максимальной дистанции. Максимальная дистанция вот до того, например. Ну, он тут с двух убил, но вообще он с трех убивает. Вот, да. Дальше скин. Скелет есть вот такой скин. На него. Если честно, стандартный мне больше нравится. Не знаю почему, но это как, ну, не так нравится. Вот. А сейчас я вам покажу некоторую нарезку киллов с данного оружия. Вот, собственно, как-то так. Надеюсь, вы примерно поняли, как работает это оружие. Теперь некоторые советы по использованию. Можно ли его юзать в спаме? Ну, во-первых, у него есть анимация, да, все-таки есть небольшая задержка при доставании. Но она не прям критична, но если вы прям уже профессиональный спамер, то лучше не юзать сокола, потому что есть более подходящие для спама тяжики. Хотя тяжек не все спамеры юзают, но все равно. Вот, например, рождественский ультиматум. Для чего можно использовать сокола? Для добивания противников использовать можно. Как играть, если чисто на соколе? Ну, чисто на соколе будет играть проблематично, потому что это достаточно ситуативное оружие. Но как вообще бороться с врагами? Собственно, так. Один раз вы попадаете во врага, потом заходите за стену любую и просто за стеной его убиваете, потому что у этого оружия есть пометка цели, благодаря которой это будет удобно и быстро провернуть. Именно в этом это оружие тащит, то есть сквозь стены добивать с него можно. Ну, и атаковать через стены тоже можно, соответственно. Как бороться с людьми и соколом? Ну, во-первых, вам нужна быстрая скорость передвижения, чтобы не попадать под снаряды, потому что у него последовательные взрывы, и плюс после атаки есть некоторая задержка, то есть он не сразу как бы атакует. И благодаря этому вам может помочь какая-то вот, ну, быстрое, короче, передвижение. И если вас попали, то убегайте далеко от, собственно, врага, оппонента, и юзайте снайпер, чтобы его устранить. Ну, либо какое-то другое дальнобойное оружие. Собственно, как-то так. Я не знаю, кто успел купить акцию, кто не успел, но и кто не успел, вы можете также, иногда появляется в магазине акция вот, по собиранию сета. Мега крутого бойца, вроде бы, как так он называется. Собственно, он недорогой, и там тоже можно выбрать сокола в качестве одного из оружия. Так что, собственно, как-то так.
Его, кстати, нерфили пару раз. Раньше он прям был супер имбой. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Вот такое было видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, так как здесь еще есть много интересных видосов по ПГ. Всем до скорого и всем хорошего дня.